Rolex Deep Sea, модель Sea Dweller. Безель здесь вращается, керамически, не царапается. Также здесь сапфир стекло, искусственный алмаз стекло, не царапается тоже. Задняя крышка завинчивается, крона завинчивается, это защитная пленка. Они водонепроницаемые, можно в них купаться. Застежка также дайверская, с усложнением. Вот так вот она еще выдвигается. Раз, можно увеличивать. Увеличил на примерно 1,5 сантиметра, либо уменьшил. Очень удобно для автоматического увеличения. Стрелки метки здесь с люмом, очень хорошо светится. Индикация даты. Сейчас покажу, как на руке смотрится. Это размер 43 миллиметра. На крупную кисть вообще четко будет смотреться. Интегрированный ремешок идет. Продолжение корпуса. Такой плавный переход от корпуса, очень красиво. Механика с автоподзаводом. Здесь стоит и японская машина Miyota. Самый надежный механизм. Для заказа напишите нам. Ссылка в описании на наш телеграм-канал. Спасибо за просмотр. Хорошего дня вам.